Всем привет, ребят! Еще раз продолжаем обзор обновы. Обнова очень интересная, радует. И сейчас я вам покажу. Вот здесь вот можно забрать награду за арты. Там, по-моему, в районе 200 с чем-то тысяч орденов. То есть арты артефакта нам отдают здесь награды. И, соответственно, мы сейчас пойдем посмотрим, прокачаем стража на урон. Так, 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 так. Немножко в локациях сейчас путаюсь. Вот у нас есть нулевой, посмотрим, насколько нам хватит. Вот у меня есть 200, грубо говоря, 5000. И у нас он с нуля качается. То есть такой вот у нас сейчас будет обзорчик. Попробуем все-таки затестить его по максималке. Так, ну вот такие вот герои сюда входят. Я не знаю почему, это скорее всего при дальнейшей прокачке откроется он типа и для других героев. Не могу понять. Пока они не высвечиваются. Или скорее всего... скорее всего это герои без эволюции не могут сюда встать. Хотя тыковки здесь нет. Непонятно, в общем будем в этом разбираться. Так, ну что, поехали. Первое 4000. Дальше тоже следующий. То есть второй сразу, видите, качается. Этот на 4 качается. То есть как-то вот такая вот странная прокачка. 5,5, 5,5, 6,3, 7. В общем, сейчас посмотрим, до скольки, до максималки мы сможем его докачать. Вот уже троечка пошла. Видите, как-то так перепрыгивает. Шестерка, семерка. И дальше идет типа прокачка его. Как-то вот так вот. Я до сих пор не разобрался, к чему те камни. Но, как видите, орденов надо будет очень и очень много. Вот. Дошли мы с 21 на 22. Вот нам уже нужны эти красные кристаллы для прокачки. Всего, насколько я понял, 36 уровней. И видите, орденов нам надо будет немерено. Теперь нам придется копить ордена, проходить опять же локации. Не зря нам сделали карты в экспедиции. Именно поэтому, скорее всего, потому что теперь нам для прокачки героя надо будет дохренища орденов. Я не знаю, это опять же будет востребованный ресурс, чтобы прокачать этого стража. Блин, ну надо будет немерено всего. Сейчас я зайду гляну. Экспедиция. Вот у меня 37 есть карт смены. Ну, надо будет силу, соответственно, качать. Видите, показывает ордена. Тоже показывает эту эмблемку. В общем, вот такая вот инфа. Здание-то не качается. Также можно сюда зайти сразу же в судьбу. Помимо этого... Побежали, сейчас еще попробуем дальше в топе подняться. Я пока на 17, 28, 17 штук. Непонятно, за что тут дают топ. Скорее всего, ну вообще непонятно. Две волны какой-то, ну... Непонятно, за что тут дают рейтинг. Поехали, будем пробовать. Возможно, рейтинг дня какой-то, я даже не знаю. Сейчас попробуем опять. Магии здесь нет, плюс то, что можно вот так вот проходить. Надо все-таки дерево сюда ставить. Куча тотемов, как видите. То есть, в общем, это будет как подземки по своей сути. Будем опять же трешевать, думать, откуда забежать. В общем, как-то вот так вот, ребят. Локация очень интересная будет. Смотрите, как сносят. Просто жестко выносят. Надо будет тут, конечно. Огнекрыл спасает, реально. Для этой локации огнекрыл очень-очень нужен будет. Вот смотрите, как сработал там страж. В общем, вот так, вот так. Какая-то у нас 18-я. Красивая, конечно, анимация. Жесть просто. Сейчас нас череп тут просто ушатает. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. И мне его, конечно же, не засчитают. Вот так вот фейл. Так, ну-ка попробуем, давайте где-то отсюда забежать. В общем, надо будет тестировать разные составы. Как видите, здесь герои просто 70-ки, 11-е скиллы. Надо очень много... Вот все просто закончилось, содержимое нас ушатал. Максимальные прокачки нужны будут. Не знаю, ли тут действует или будет действовать титул, но в любом случае... Для этой локации надо будет максималки. Плюс дерево, скорее всего, надо будет. Вот тыковка немножко ускорилась. Нас баф там ведьма сняла. Ну-ну-ну-ну-ну-ну.
Смотрите, блин, капец, вроде казалось бы, блин, прошли. Ну, огнекрыл, давай. Отлично. Вот один герой, который... Ну, у меня, правда, они сейчас не собраны еще. Ну, затащит, должен затащить. В общем, я не знаю, сколько орденов, где-то в районе, наверное, 500 000, а то и более надо будет. Как видите, отсюда орденов не дают, дают только камни эти на прокачку. Не знаю, сколько левелов можно будет в день проходить, или это всего, типа, прошел все и тебе хватит этих камней. Но судя по тому, что их там 999, то итемы здесь так просто заканчиваться не будут. Как видите, вот срабатывают... Блин, жестко, жестко. Без магии, конечно, блин, тяжеловато тут будет бегать. Надо будут максимальные прокачки с пактами. Тыковка. В общем, все по максимуму. Ну, 19-я уже у нас. Для бездонатов, опять же, реально будет очень сложно качать. И это очередной будет разрыв сейчас у донатов и бездонатов из-за этой локации. Ну, локация очень интересная, мне, блин, нравится. Ну, смотрю, как меня тут раздают, аж интересно стало играть, прокачивать дальше все. Вот героев с автопроком до хренища. Все нас просто ушатали. Вон, огнекрылы уже есть. Ребят, огнекрылы в подземках уже есть. Вот вам. Сейчас он просто там моих, смотрите, раз-два и все. Тут, походу, нужна даже... Не знаю, тут бафферов можно просто выбирать. Ну, надо будет искать разные варианты. Минотавра уже минус нули. Сейчас попробуем состав другой взять. Так, Минотавра однозначно нет. Так, Хранителя оставляем. Купидона выбираем пока. Ставим Фрейю. Вот такого вот. Ну, у меня они не собраны, питомцев тоже не особо есть. И поставим сейчас дерево еще сюда. Потому что у меня как бы сейчас все герои собраны на архидемона. Я уже приеду вечером и постараюсь вам по максимуму уже рассказать, показать, пройти дальше. Пока вот так вот по максимуму сколько сможем. Но в любом случае уже сейчас получше смотрится. Держится, держится. Надо все-таки порочные пакты качать, блин. Это жесть. В тотеме огнекрылы сидят. Один, второй. Просто нереально. Будет очень интересно проходить. Я не знаю, сколько здесь левелов. Но судя по всему, их здесь очень много. Так, а ну-ка отсюда. Можно будет целый делать гайд. Если вам понравится, пишите. Я буду делать уже на основе целый гайд по прохождению. Конечно, героев. Так, вот, отлично, отлично, отлично. Огнекрыло надо ушатать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас он наделает нам беды. Вот смотрите, как срабатывает. Сейчас моих всех минуснет нахрен. Из-за Фрейи. Просто жесть. Так, 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 так. Ну выживи, выживи, выживи. Добей, 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 добей здание. Да блин, жесть, короче. Но самый лучший заход был отсюда. Это 20 уровень, ребята, уже. Это уже 20-ка. Давайте с Анубиса закинем. Блин, шатают жестко. Тыковка. Тыкву надо, наверное, ремку ставить, чтобы сразу разгонялась на ком-то. Ну, бафы, опять же, бафы очень быстро снимаются. Вот, отлично. Вот, вот отличный заходик. Тыковка разогналась. Так, как не крыло, надо ушатать. Ой, сейчас он опять нас всех, наверное, снесет. Может все-таки... Не, должны зашатать. Посмотрите, здание разбили, даже героям надо всех убить. Да, походу надо героя поубивать, потому что если не убьете героя, дальше не пройдете. Вот так вот. Ну, награды, как видите, приличные. Но чем дальше, тем все сложнее. Так, еще один. Ну вот вам, кто говорил, хотели огнекрылов, вот вам огнекрылы в подземках. Это можно назвать подземками, здесь их два. Это жесть. Я даже не знаю, как их будут проходить без донаты. Да и донаты тут будут, думаю, плакать. Просто какой-то Unreal.
Ару придется, наверное, брать сюда, блочить. Я даже не знаю. В общем, так как раньше, уже не получится. Возможно, Минотавром будем бегать. Но тут столько всего нашпиговано. Да, и бьют, я смотрю, не слабо. Автопрокеров много. В общем, тут полный трэш, ребят. Единственный вариант тут, если тыковка вот даст разгон, то можно будет еще там на шустрике прийти. Но огнекрыла вы не пройдете. Если вы не ушатаете, вы не пройдете. Вот я думаю, 21-е это будет предел на китайке. Да и на основе я недалеко. Я не знаю просто, сколько здесь у нас есть локаций. Но скорее всего они будут обновляться раз в сутки. Посмотрим, уже 7 вечера будет, будет точно ясно. Ну, блин, выносят. Выносят как детей. Причем здесь надо героя выбивать. Просто разнести здание — это еще не все. В общем, вот так вот, ребят, показал вам, как прокачивать, показал локацию. Локация будет реально очень сложная, ее будет сложно проходить, как и донатом, так и без донатом. Возможно, в этом есть интерес, мы уже дальше потрешуем. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, репостики, огнекрыл в теме еще. Ждите. Всем пока.